Всем привет, ребята, Брэда с вами. Наконец-таки я сделал этот видосик. Вы просили меня, я, конечно, не хотел, но пришлось себя пересилить, и вот вам видосик. Давайте поговорим о боевой системе Mortal Kombat 1. Да-да, именно в этой комбо-системе вы видите так называемое Air Combo. Из нашего любимого МК сделали все-таки китайский фильм. Теперь можно летать и все-таки так же орать, как Лю Кан. Вот, это первое, Air Combo. Второе, это просто так называемая стандартная комбо, которую мы делаем на земле. А третье, что можно сделать? Можно начать на земле, подпрыгнуть, полетать по-китайски и потом закончить комбушку на земле. Это вот наш комбо-система новая. Также появились камео. Камео — это просто персонажи, которые появляются на втором ростере. Выбираем кого-нибудь и мочимся. R1, надо кнопку нажать, чтобы воспользоваться так называемым персонажем камео. Можно нажать R1, вверх, вниз, лево, право, и там будут всякие разные спешалы. Если камео персонаж получает по морде, то значит у вас будет появляться такая аура. Вы получаете нежный урон. Так, что еще можно сказать? При спешле, который вы берете на камео персонажа, у вас отнимается половинка камео. Можно также делать броски, делать флаус-блоки всякие, вот, и какого-то армора и так далее не имеется. Но камео-система позволяет, вот как я и говорил, делать броски, фатал-блоу и также, конечно же, фаталити и делать брейкер, который стоит 3 метра. Все классно пока, пока все нормально. Так, переходим к следующему, это так называемые метры. В начале игроки получают по 1 метру, но если ты такой быстрый и шустрый и даешь морду своему оппоненту, то получаешь наконец-таки 1 метр. Чтобы брейкать, как сейчас делает Сонька, получается, надо потратить 3 метра. Getup Reversal — это такая штука, когда вы упали мордой вниз, вы можете встать, например, слайдом, любым спешлом, какого вам хочется, да? Если хотите стать с армором, придется вам потратить 1 метр. В Wave Dash мы делали вперед-вперед блок, да, Mortal Kombat 11, а здесь надо нажимать вперед-вперед вниз, и тогда вы можете делать Wave Dash, отменять, то есть Dash в Wave Dash. Flash Block — хорошая штука, здесь она только служит, чтобы сократить урон, также может давать преимущество. То есть сейчас можете посмотреть, даже Flawless Block можно нажать на Fatal Blow и наказать противника. Или здесь, как Кенши делает, присел, цак, вниз 2. Up Block — это что-то новенькое. Я так думаю, если будут какие-то оверхеды, надо нажимать блок и наверх. Тогда вы не получите по морде и можете даже наказать на полную комбу, как я слышал. Вот как делает сейчас Лю Кан. Ну и самое вкусненькое из этого всего — это Fatal Blow. 30% жизни, жмякаешь на Fatal Blow и все, полетели искры, воюешь. Но все-таки есть тут один минус. На первых кадрах, если ты жмешь Fatal Blow, то получаешь по харе. Если чуть-чуть попозже бьешь по Fatal Blow, получаешь как Лю Кан. Вот и все. Спасибо, ребята, что остались до конца. Всех люблю, обнял. Давайте, покеда.